Лангуаге. Ого, какой богатый выбор-то, а? Я так понимаю, корейский, китайский, японский. Ну хорошо. Мануал нам, наверное, не нужен же, да? Угу. Ладно. Кампэй, ничего себе. Вот это мне нравится. Вот это вообще мне. Вот это вот прям очень хороший персонаж. Вот во всех играх должны быть такие хорошие персонажи. Да, давайте с туториалом. К сожалению, в современных играх такие персонажи запрещены. Sony говорит, что больше не позволит таким играм на свет появляться. У себя на консоли, во всяком случае, к сожалению. И по последнему Mortal Kombat, в общем-то, заметно, что да, такие персонажи ушли в прошлое. Больше таких персонажей не будет. Ой-ой-ой, а чё, уже игра, да? Уже игра? Где? А чё? Так, пресс. High speed. Подождите, а я чё-то разницы не замечаю. А, ну да, действительно медленней. А вот High Speed я чё-то, честно говоря... А, у меня кораблик именно начинает быстрее лететь. Я понял. То есть не скроллиться быстрее начинает, а кораблик быстрее лететь начинает. А, подождите. А. В смысле, подождите, а как мне? А зачем мне делать, чтобы я медленнее летал? Я... Это... То есть я понимаю, зачем мне быстрее летать, а зачем мне летать медленнее, если это ничего не меняет. Я думал, экранчик будет скроллиться медленнее, игра. А, о, мы их ломать уже можем теперь. Ага. Так, you can also shoot by press A button. Ух ты. И чё? А я чё-то зарядил? Я ж вроде, по-моему, ничего не зарядил. Она как стреляла, по-моему, так стреляет, не? Это я не понял, чтобы я что-то зарядил. О! Прикольно. Бэм. Так, левая. You will earn special team rank bonus point killing enemy special attack. This will be... А, ну круто. Ух ты, ничего себе. Energy use special weapon count over bomb enemy. Don't fear all bullets on screen, please battery. Воу, нихера себе. Воу, круто. Нравится. Mask Industries used to be the biggest robot maker in the world. It produced 90% of the world's intelligent machines. Так, короче, компания была очень крутая. Отец ее основал, но его пристрелили, когда мне было 4 года. Grandpa, my only living relative, took me to live in the countryside. Дедушка меня увез, короче, в село, где я была лишена гламура большого города. Но все изменилось 3 года назад, когда дедуля исчез. Я знала, что не мог меня просто так оставить. Должно было что-то случиться явно. Восстание роботов было ужасной трагедией. Grandpa's
Не понял сейчас, чего? Ложь, это все вранье. Не важно, кто позади всего этого, я докопаюсь до истины. А, то есть там, наверное, говорилось, что типа в предании, ну, в смысле, по слухам, типа он причастен к этому. Но она говорит, я докопаюсь до истины. Видимо, так. Сложно. О, музыка есть. Ой, что-то дозаряжался я, блядь. Понятно, короче, заряжать очень опасно оружие. Очень опасно. Джет Феллер. Слушайте, а что-то я не совсем сейчас это улавливаю. А, ну башню надо ломать, я понял. А чё у меня за обилки вообще? Я... Я не понимаю, как моя обилка работает. Чё за 2, 5? Когда понять, есть у меня бомба или нет? Вот типа она у меня когда есть, а когда ее нет. Прикольная игра, но нихера не понятно как. Так, ХП, full energy. Плюс одна бомба. Ну, наверное, так. Что-то я не все пока понимаю. Зачем я заряжаю оружие? Где посмотреть количество бомб? Thank you.
А, то есть подождите, я кастую счет этих самых. То есть я не оружие повышаю, я кастую счет этих тем. Теперь понятно. Fuck my life. Эти бомбы слишком балансные, надо бомбы наставить. Хотя нет, все-таки не стоило он того. Бомба, я так не представлял, где увидеть. Бомб ремейник. Значит, походу, вот та хрень это бомба. То есть мы хилимся или это апгрейд? Я вот что-то не совсем тоже понимаю. Между этапами вот эту хуйню покупают. Апгрейд или это просто апхил? А, это просто апхил. Yes. А, и вон бомбы нарисованы. Все, я увидел, где бомбы. Блин, а хорошая игра, кстати. Прошаренная прям такая. Очень прикольная игрушка. Ой-ой-ой-ой. То есть тут у каждого персонажа видно свои типа уникальные билд. Вообще кайфная игра, кстати. Жалко, экран такой маленький. Но типа, видимо, по-другому не делать. Это, по-моему, форс какой-то аркадки, я про нее что-то слышал. Блин, мне сейчас кирдык придет. ХП у нее всего 2. О.
Lord of War. Ебать, ничего не изменил. Блин, птица сейчас падет. Пора бомбу лизать. Нифига, я его отработал. А, еще. Фаза отлично. Раз. О боже мой. Два. О, блин. Одна гранатка у нас всего осталась, бомба точнее. Еще плохо. Булетхелл, короче, это булетхелл, который, блин, который просто булетхелл. Все. Нет? Ой, блин, я, по-моему, это нихера не все еще. Ё-моё. Я все бомбы просрал, лол. Всё, пиздец, блин. Тепе уже нет, короче. Слушайте, вот эти хреновины очень опасные. Оли щит. Ни хрена себе. О мой бог, о мой бог, о мой бог. Охренеть. Да, я его сегодня завалил. Рейтинг S. Ого. По пройденной, ёп. О, апгрейды. То есть есть конкретные ее грейды. Deploy shielded last 10 seconds whenever she shoot from shotgun. О, ничего себе. Mind speed increase. Energy point cost increase by 1 and damage drops to 60% of energy cost in the shotgun. А мы только вот это и можем. Так, а General, что у нас тут General? Плюс 0 бомб и плюс 1 бомб. А, капаси. Ага. Energy charging speed increase. Increase shooting damage. 1 HP. О, плюс 1 HP просто можно взять и поехать. Speed of man recovery upon firing will increase. Colliding into enemy. Прикосновение к врагу не будет наносить урон. Странно, апгрейд вроде стоил дороже, а отнимает что-то меньше, чем он реально написано стоил. Или подождите, или мы... То есть я все это время не качал.
А только вливаешь чуть-чуть. Блин, а я думал, что за фигня вообще? Ладно, хорошо, я понял. Все плохо. Я, короче, лоханулся. Надо бы потом других бойцов посмотреть вообще, как они. Ну, на нормале поиграем. Давайте, ладно, за другого поиграем. Давайте за этого поиграем. А, ну да, мы скачали эту бабу для того, чтобы поиграть за другого. Да, гениально. Нет, наверное, все-таки мы за бабу пойдем играть. Зря я ее вкачал. Ой, ладно. Потом в другого поиграем. Да, 2-2. По играм это хорошая игра. Это очень хорошая игра. Это очень радует. А можно заново начать игру и других посмотреть? Что-то обилки мне все-таки не очень нравятся. Ладно, хер, что я их качал, неважно. Давайте этим поиграем, парни. Winter in the north is cold. Very cold. And there are things even chillier than this damn. Я, ну, может, смотреть не хочу. Что-то я не понимаю логику игры, я вроде как прошел 3 этапа, но меня что-то в начало кинуло. То есть, что-то я. Че, блин? Почему игра закончилась? Вообще, ладно. Ну, кстати, не сильно лучше. Космолетчик у нас был. Что он такое делает? Короче, то, что это химия, непонятно. А, ну понятно, просто огнем вперед что-то сдает. Ну, короче, мне он не очень нравится. Хотя, надо сказать, что, конечно, эта херня сильно дамажит. Ну и хп у меня действительно побольше. В отличие от бабы, у меня было всего 2. У этого 4. Вообще, ладно, было бы не так плохо. Ладно, окей. Я перезайти. А, о. Вот оно чё. Можно сделать вот так. Ясно, понятно. То есть все-таки можно на full screen сделать, если на портативе играть. То на портативе можно типа повернуть и играть на full screen. Прикольно. Taste my blade!
А, нет, здесь, значит, не так, да. Просто других хотел бы посмотреть тоже. Надо практику включить. Режим там практики. Немножко еще полетаем, посмотрим. Ну вот он, что он умеет. Deal damage to my enemy in front of Shin and also neutralize all bullets within it range. Summon Ancient Guardian to assist in battle. Ух ты, пусть. О, у него прикольный разброс патронов, кстати. Так, что он там призывает? О, ничего себе. Не, ну это что-то говно какое-то, ладно. Что-то он мне не очень нравится тоже. Блин, баба, походу, самая топовая вообще. Но у нее все две жизни. Хотя это все прокачиваем, и можно сделать, что это будет полезно еще параллельно искусство. Не, ну это что-то, ладно, говно такое, мне совсем не нравится. Баба, короче, клёвый. Ну, 2-2 это тоже хороший счет. Это баланс, это вот действительно мир в гармонии. Две хороших инди, по-настоящему хороших инди. И две хуёвых. Короче, давайте просто еще немножко я за бабу полетаю и все. Баба самая прикольная, короче, реально. В тот случай, когда сисястик, она еще и самая клевая. Очень хорошая игра. Это здорово, что такие еще делают. Это старая, скорее всего, игра, это порт с аркадных автоматов. Но все равно хорошо, что протонули и протонули хорошо. Ой, как я вот так огреб сейчас? Ну вот дадут мне, интересно. О-оу. Твою мать. Да, два выстрела и ГГ. Баба хороша, но два выстрела и ГГ. Блин, я чё-то не совсем... А, вот апгрейд можно по новой зато, да. То есть, значит, получается... Чё-то я вообще не понимаю только, почему я с этого этапа... Я же не умер тогда. Почему игра закончилась на третьем этапе? И я начинаю с первого, но при этом это неправильный первый этап. Тут же другой был первый этап. И вообще, что играю сейчас? Это я вот что-то совсем не понимаю. Систему этой. То есть я сейчас проходил три этапа. И... Это что было вообще? А это какие-то другие совсем уже первые этапы. Это тоже первые этапы, но другие.
для меня непонятная. Так. Ну, я не получил урон. Я считаю, я уже молодец. Ловить. Еще, блять, еще ловить. Как не ловить, блядь. Блин, а можно? А, уже не нужно, ладно. Блять, да не, ну это пиздец. Два удара здесь получить слишком просто. Надо как-то прокачивать. Я не могу, она слишком дохлая. Она хорошая, но слишком дохлая. А, у меня какие-то поинты остались. Вот мне еще 4 поинта, и я бы смог разлочить. Давайте тогда за придурка поиграем. У нее 4 хп. За нее фарманем, и потом ей вкачаем хпшку. У нее будет хотя бы 3, блять, это хоть что-то нам даст. Это же придурок как бы неинтересный, но у нее слишком мало хп. У нее прям садист какой-то тупорылый сделал. У нее не должно быть так мало хп. Ну, 3 хотя бы пара, если было бы. У нее слишком мало хп. Вообще, кстати говоря, по дамаге, по-моему, он сильнее, чем она. Почему у нее больше звезд по дамаге, чем у него, я не знаю. У него оружие, именно обычное оружие, дамажит сильнее, чем у нее. И это типа как бы факт. Да не улетай. А, нет, смотрите, наверное, нет. Ой-ой-ой, все плохо. Да не, ну мы пройдем, за счет ХП пройдем. У него и поинты эти меньше стоят. Спецудары эти меньше. И ХП больше. Ну ладно, он тоже неплохо, кстати. У него эта катана прикольная. Там дамаг колоссальный. Бам, просто. Да, мужик, конечно, гораздо сильней. Это дискриминация, я считаю. Ой. Это дискриминация. Угу. Ну что, давайте стабильки. Если не против. Еще огнеметик, наверное, да? Oh, mind. Блин, не забыть, что у меня еще бомба есть вообще так-то. Блин, вообще топовая игра. Почему сейчас таких игр не делают? Почему делают это говно ебаное? Просто ебаное говно, которое я уже даже устал стримить. Блять, я... Вот я запускаю игры, я не понимаю, нахуя их делают? Нахуя делать это говно ебаное? Когда раньше были такие хорошие игры. Так обидно, блять. Такие хорошие игры были раньше. А можно я в тебя катаны? Понятно, я понял, ты теперь вообще не пройти, ясно. Ясно, понял, принял. Ух ты ж, нихуя себе у него бомбочка хуячит. Это я ее не зря с собой таскал, не зря. Рейтинг S. Я вот не понимаю, мы это грейдим или типа как это?
Ладно, давайте не буду. Потому что я не понимаю до конца, как эта хуйня устроена. То есть я просто заряжаюсь себя между этапами. Или мне все-таки дает возможность загреть. Ну, не, ну греть не может так дешево стоить. Значит, это просто дозарядка. То есть мне просто отхиливают один бар хп и отхиливают одну гранату. Но это того не стоит. Это лучше оставить на грейд. Блин, насколько он сильнее, чем баба? Но бабы играть если любят. Ну и катан у него, конечно, будем объективны. Такой себе. Это катан и клинков. Хотя там, наверное, прокачать можно будет потом. У дробовика у бабы тоже говно был. Подлетаешь, умираешь просто нахуй. А потом прокачиваешь, и там бессмертие дается на время. И все. Сразу вопрос был решен. Зачем я нажал? Мужик, катана по лицу раз, катана по лицу два, до свидания. О, отлично. Дредфелл. А, нет, стоп, подождите. Значит, все-таки это... Блин, ладно, я не понимаю, как эта игра работает. Я отказываюсь понимать, как работает эта игра. Так, у меня закончились спецобилки. У меня всего одна бомба. Это как бы не очень хорошо. Ох ты ж, ёпта. Мужик, мужик, слушаешь? Натя. Ой, блин. А, всё? Спокоен, мужик, сейчас мы его завалим. У тебя, правда, последний бар хп. И у меня всего одна бомба. Ой, завалили действительно. Не ссать, не ссать, не ссать. Я все еще контролирую ситуацию. Нормально. Господи. Нормально. Потрачем. Ну, я же говорю, у него профессионале. S ранг сейчас будет. Ну, а, ранг, ладно, хорошо. You have unlocked new story. Как эта игра работает? Я вообще ни хера не понимаю. Чё, блядь? В смысле я разлочил? Я играю сейчас же компанию. Естественно, я, блять, не понимаю. Я играл, три этапа прошел, меня рисанули в меню главное. Сказали играть заново. Хотя я не умер первый раз. Муз прикольно. Ну да, этот этап, по-моему, у меня уже был. Блин, меня расхерачили, черт. Не, не надо ни на что ничего тратить. Пойдем грейдить. Я тебя взял для того, чтобы погрейдить бабу. Я с тебя вообще так играть не собирался. Ну и нормально. Ну и что? Ну да, и чё? Ну и нормально. Во. ХПшечек. Во. Вот. Вот мы это сейчас качаем. Еще чуть-чуть. Еще 3 поинта надо всего. И баба будет играбельна. То есть у нее уже сейчас 3 поинта будет хп. Можно уже за нее попробовать. Потому что мне нравится она больше. И потихонечку она его догонит по хп. По идее. Там же написано General. То есть General это значит для всех. Значит у нее сейчас должно быть 3 хп.
Еще 3 поинта влить, и будет 4, как у него. Хотя у этого будет тогда вообще 6. Но это не важно. Вот, 3 хп, все нормально. Блин, нахер я тут. Твою мать. Ну, все, пиздец. Вот они и 3 хп, собственно. Забыл я важный момент. Ну все, пиздец. Блин, ну как вот я сейчас умудрился надеяться на нее, а? Забавно, надо аккуратнее играть. Я что-то слишком агрессивно за нее играю. Она сильна, но не так, чтобы прям уж так на самом деле бомбить. Просто тайминг надо. Тайминг. У нее, когда за боевика стреляешь, щит на полсекунды, который абсорбит дэмэдж. Вот надо рассчитать так, чтобы пуля, если уже неминуема, как бы, надо поймать этот момент и выстрелить даже не для того, чтобы задамажить, а для того, чтобы выжить. Но это сложно, сука. Одно дело просто уворачиваться, а другое дело уворачиваться и при этом пытаться дамагать. Игра, кстати, называется, если вдруг новые зрители есть, Danger Force Reloaded. Вот, очень советую, хорошая игра. Nintendo Switch. Не знаю, есть она на других платформах, где она вообще есть, я ничего не знаю. Я считаю, отличная игра. Очень хороший сегодня день, вечер, потому что две игры были хорошие. Это очень круто, когда две игры хорошие. Зря я это делал. О-оу. Твою мать. Нормально, нормально, нормально. Блять, ну что я делаю? Ну ебаный стыд, ну. И ведь видел же, главное, видел же. Блин, ну пиздец. Ну начинает. Ебаный стыд. О-о-о. Где-то аптечка сейчас будет, я точно помню. Если мы до нее доживем, будет просто охуенно. Так, моя лайк, все нормально. Мужики, аптечку. Аптечку я точно помню. Так. Фак! Ну аптечка же здесь была. Во-во-во, вот она. Есть. Все, нормально, живем. Сейчас мы в него бомбу пизданем. Ну, ну, давай уже. Лови. Бум. Бум. Рано. Ну, молоко. Нет, попал. Он у нее со мной делал свой шар. Блин, промахнулся. Пусти меня. А, у меня не было. Фак, у меня не было дробовика. Я хотел, сейчас думал, ворвусь и выстрелю. А, у меня не было дробовика. All kill. Я убил всех вообще, просто всех. S-ранг. Вот так, сучки.
Охрененная игра. Это вот игра, которую я поиграю еще потом. В гоночке я еще обязательно в тебе покатаюсь, и вот в этой ты мне обязательно еще. Да. Блин, я какую-то херню подобрал крутую, я ее проебал сразу же. Блять. Нет, надо идти уже отдыхать. Ладно, сколько прошел, столько прошел. Ничего страшного. Во. Все, КПРчку качали, теперь будет попроще. И вот это, кстати, можно сделать, чтобы касание врага не теряло хп, не тратило хп. Шикарно. Hell for energy. А, ну у нас мы хп не теряем, но теряем энергию, да и похуй. Потом баби вкачать нужно будет. Shield. Ну, это просто на дольше будет работать. Energy point cost increase by 1 and damage drops to 60 after the first use. Damage drop to 60. Это я не совсем понял. Вот дальше я не знаю, что и качать. Так, а интересно, вот он же как яще. Fireball, cooldown, time drop by 1 second. Или атак слэш твайс. Ааа, ничего себе, не спешл обидеть ее, у нее твайс не будет. Ну ладно, у нее тоже крутые обилки тогда. Тогда ладно, у нее тоже крутые обилки. А, вот increase shooting damage просто можно сделать. Deploy shield for something to prevent it. Triggered once. Хрень, которая не даст умереть. Ну, давайте тогда все-таки сюда, наверное. Все. Пора заканчивать. Ой, сейчас сохранится. Классно, повезло. Повезло, что 2-2 все-таки. Вот эту я постримлю уже потом. Я взял ее просто в нагрузку. Как бы. Я на самом деле не обязан ее стримить. Я просто так ее. Блять. Короче, ладно. Спасибо, что если кто досмотрел, приходите еще, подписывайтесь там на канал, если есть внезапно новые зрители, которым интересны стримы с Nintendo Switch, ВК, Дискорд, вся херня. Вот, до новых встреч, до будущих побед, друзья. Спокойной ночи.